Первые в этом зимнем сезоне массовые катания состоялись на стадионе «Зоркий». Под знакомые всем мелодии на лед вышли подростки, молодежь, люди старшего возраста, семьи с детьми. Для самых маленьких фигуристов есть помощники – забавные пингвины, которые поддерживают малышей на ногах. Но даже если упал – не беда, настроение у всех праздничное, ведь все соскучились по настоящей зиме и ее забавам. Замечательное впечатление. Открыли сезон, это прекрасно. Коньки – это вообще всегда замечательно. И не бывает плохого времени года. В любом времени года всегда можно найти радость. Одна из радостей зимы – это каток. Лед отличный, все прекрасно, никаких нареканий, все очень хорошо. На самом деле очень классно. Очень хорошо, то, что очень нравится, что каток есть такая возможность прийти с друзьями покататься. В общем, впечатление точно хорошее. Каждую зиму сюда приезжаем обязательно покататься, как традиция уже. Для удобства отдыхающих создана вся необходимая инфраструктура. Теплые раздевалки, прокат и заточка коньков, пункт питания, чтобы подкрепиться и согреться горячими напитками. А для настроения наряжена новогодняя елка и, конечно же, играет веселая музыка. Первые выходные, как показывает практика, не самые многочисленные. Ожидаем наплыв в следующие выходные, в субботу-воскресенье, пока люди узнают, вольются, так скажем, в процесс зимы в Подмосковье. И надеемся, что в этом году численность посетителей вырастет по сравнению с прошлым годом. Покататься на коньках вместе со своими друзьями, родными и близкими можно по субботам и воскресеньям. Традиционно первый сеанс начинается в 17:45, второй – в 19:30. Перед каждым из них лед подготовят к комфортному катанию, сделают ровным и гладким.